Знакомо то чувство, когда смотришь кино на большом экране и чего-то не хватает. Вроде бы картинка красивая, но звук плоский, как доска для серфа. А чтобы получить абсолютное удовольствие, нужен хороший объемный звук, как в кинотеатре. И это возможно. Теперь можно собрать домашний кинотеатр по цене всего одного айфона, причем установить его самому минут за 10. Думаете, я шучу? Вы просто не слышали Beam и Playbar от Sonos. Привет, я Даша. И сегодня я расскажу, как превратить собственную гостиную в настоящий домашний кинотеатр. Благодаря официальному представителю D8 в Украине доступны саундбары от Sonos. И сегодня мы поговорим про Beam и его предшественники Playbar. Оба этих саундбара подключаются к телевизору и выдают мощный акустический звук в формате PCM Stereo и Dolby Digital. Если коротко, PCM Stereo — это система цифрового двухканального звука, а Dolby Digital — это система цифрового многоканального звука. Но если еще короче, звучит это офигенно. Главная особенность этих колонок в том, что они настроены не только на музыку, видеоигры и подкасты, но и на кино. Колонки были специально настроены звукорежиссерами, получившими Оскар, чтобы лучше подчеркнуть звук человеческого голоса. Ну ничего себе! Представьте, что вы смотрите фильм «Разговор двух персонажей» и на заднем фоне взрывается здание. Испугались? Думаю, всем знакомо смотреть фильм, не выпуская пульт из рук, потому что диалоги слышно плохо, а музыка орет, как на дискотеке, и это отвлекает от просмотра. Sonos решил эту проблему, и Beam и Playbar имеют режим уравновешивания звуковых эффектов, то есть все громкие звуки будут подтягиваться под громкость диалогов. И наоборот, если вы смотрите сцену, где актеры шепчутся, то нажав кнопку диалога, звук подтянется и станет громче. Для больших помещений лучше использовать Playbar. Он имеет 9 динамиков, которые расположены спирально, и с помощью функции TruePlay звук идет не в стены, а именно в то место, где вы находитесь. На самом саундбаре расположены кнопки управления громкостью и смена трека вперед-назад. Для больших и маленьких помещений лучше подойдет Beam, он более компактный, но не менее мощный. Это новое поколение, поэтому тут установлено два голосовых помощника. Голосовой помощник теоретически может управлять телевизором, но в ограниченном виде. Все зависит от того, может ли Google Assistant или Alexa интегрировать то или иное устройство и приложение на телевизор. К примеру, можно управлять громкостью, play-pause, запустить Netflix или YouTube. Окей, Google, turn up YouTube on cinema. Set volume for 5. Окей, Google, set volume for 5. Теперь не обязательно искать пульт, чтобы переключить канал или изменить громкость. Можно просто попросить. На панели установлены сенсорные датчики смены громкости, play-pause и голосовой помощник. Подключение проще простого. Playbar подключается через оптический кабель. Можно установить саундбар на стене с помощью крепления или поставить перед телевизором. Beam подключается через один провод HDMI IRC. Можно подключить Beam саундбар через оптический адаптер. Кроме того, Sonos интегрируется в систему автоматизации умного дома, такую как Crestron. Синхронизовав их, можно давать голосовые команды, которые касаются не только телевизора, но и умного дома в целом. Окей, Google, turn on lights. Turn on cinema. В обоих саундбарах установлено по 5 микрофонов, чтобы они могли подстраиваться под помещение. Ну а теперь, как и обещала, мы будем устанавливать домашний кинотеатр. В принципе, одного саундбара для хорошего звука достаточно, он выдает звук формата 3.0. Но если вы хотите, чтобы гостям снесло крышу, стоит установить сабвуфер. Он добавит низких частот и звук станет 3.1. Но давайте пойдем дальше. Нам нужен настоящий кинотеатр со схемой 5.1. Берем две маленькие колонки Sonos, устанавливаем их по периметру, даем назначение, какая будет правой, а какая левой, объединяем и получаем домашний кинотеатр.
Раньше домашний кинотеатр был предметом роскоши, а теперь обыденное дело. Благодаря Sonos не нужно выбирать миллион колонок, вызывать инженеров для подключения. Все можно сделать самому и минут за 10. Это так просто, что с этим справится даже ребенок. Поэтому, если вы давно мечтали о домашнем кинотеатре, переходите по ссылке в описании и осуществляйте свою мечту. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в следующих выпусках.